еще раз добрый день, уважаемые друзья. Время 13:12, 25 марта 2016 года, пятница. Продолжается финальный матч в парном разряде турнира второй категории ТЕ в городе Минске. Турнир называется «Минск Стар». Теннисная база на улице Жудро, 40. Встречаются в финале дуэт Александр Мягков, Петр Барбирюков. Оба Россия, это юноши в светлых футболках. И против них выступает дуэт Даниил Ибрагимов, Алексей Абазов. Оба Россия. Оказались сильнее Мягков Барбирюков. Они выиграли первый сет со счетом 6-4. Но во втором сете они пока что впереди со счетом 4-3 по геймам и 30-15 на подаче Барбирюкова. Сорвался мяч у Алексея. Видимо, не совсем хотел он пробивать Александра у сетки, но Александр четко завершил ударом с воздуха. Держит мяч Петр, не форсирует игру и с отскока ошибается Даниэль. Даниил Ибрагимов подает при счете 3-5 во втором сете на то, чтобы остаться в матче. Не проходит первая подача. Александр Мягков грамотно по месту играет косой уходящий удар, и Даниил не справляется. 0-15. Подача. Очередная ошибка Даниэля с отскока 0-30. Расстроенный Даниэль, но тем не менее, как спортсмен высокого класса, выполнять четко вторую подачу. Алексей тоже у сетки, в общем, играл правильно, замыкая свечку, но Петр оказался на высоте. Тройной матчбол. Мощная подача Даниэля позволяет оставаться в матче 15-40, но остается два матчбола. Проходит первый мяч. Торопится Александр Мягков. Меньше пока что Даниэля, и остается еще один матчбол. Тем не менее, Даниэль первым мячом не попадает. Решил форсировать розыгрыш Петр и ошибается в вал. Решающий мяч в этом гейме. Не проходит первый мяч у Даниэля. Александр решил подержать.
Даниэль, выполняя удар с отскока, пробил Петра. Тот не успел подставить ракетку. Сыграл Мягков. И потом там сыграл за дуэт Абазов. Ибрагим. Счет становится 4-5. Ибрагимов пока что уступают во втором сете, но они остались в матче. И сейчас у них, очевидно, есть определенное моральное превосходство. Инициатива находится у них. Да, все было бы прекрасно, если бы на подаче был бы не Александр Мягков. Ошибка Александра с отскока 0-15. Вновь Александр выполняет свою сложную подачу, но как-то у него не получилось она. Но выполнив уже обычную подачу, заставляет ошибиться Алексея по 15. Нарастает напряжение в матче. Один из решающих геймов. Александр подал вторым мячом, спокойно держит мяч, не форсирует. Увезет Александру сетку в этом розыгрыше, сыграла за него, на тонко вошел розыгрыш, никто не форсировал, ни Даниэль, ни Александр не форсировали. Александр принимает решение выполнять свою хитрую подачу. Она проходит, бежит Александр, работает на растяжках, и судья фиксирует аут. Двойной матчбол у дуэта Мягков-Барбирюков. Играет Александр на удержание. Нужно отдать должное Даниэлю, что в такой ситуации на матчболе он принимает решение пробить в сеточника. И это решение оказалось верным. Петр не справился с мячом. Не проходит у Александра первая подача. Вторая. Уже Алексей держит мяч. Алексей зря говорит, что был аут, не было аута. Ему, конечно, очень хотелось, чтобы был аут. Вот. Нет, железно попал мяч, никаких вопросов. Это он, кстати, его можно наказывать. Ну, аут прикрепить. Итак, уважаемые друзья, со счетом 6-4-6-4 в финальном матче парного разряда турнира второй категории ТЕ в городе Минске, Минск Стар, победу одержала пара Мехмалин Барбирюков. Состоится церемония награждения финалистов и победителей. Финалистами выбывают Алексей Абазов и Даниэль Ибрагимов. С вами был Борис Стариков и еще
еще будет один материал со съемкой награждения турнира.